21 мая в Хасавюрте состоялось торжественное открытие нового корпуса детского сада Шоуда. Гостями празднества стали заместители главы администрации, начальники управлений и ведомств муниципалитета, гости из столицы, родители и сами воспитанники. Детский сад Шоуда начал свою деятельность в 2014 году. Постройка нового корпуса в 2 этажа началась в начале 2017 и была построена за год. Поздравляя педагогов и воспитанников учреждения, первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов отметил, что в Хасавюрте достаточно много внимания уделяется детям. Создаются комфортные условия для их воспитания и обучения. Я вас всех приветствую от имени главы города Хасавюрта Ахмедова Данила Давлеговича. Отдельно хочу пожелать здоровья и благополучия меценатам, спонсорам этого мира, столицы этого корпуса. Действительно, на карте города Хасавюрта у нас открылся еще одно детское дошкольное учреждение, садик Шоуда. Еще раз благодарю всех организаторов этого мероприятия, спонсоров, коллектив, заведующего садиком. Всех благ и удачи вам. Дошкольное учреждение рассчитано на 200 детишек. С воспитанниками занимаются квалифицированные специалисты. По государственной программе «От рождения до школы здоровья», куда включены походы на природу, цирк, бассейн, гимнастика, логопед, изучение арабского и английского языка и многое другое. Учредитель и основатель детского сада Шоуда Умар Пашагайтаев в своем выступлении сказал, что безгранично благодарен человеку, который дал ему идею об открытии детского сада. Я смотрю телевизор. Я вижу, развивается у нас Дагестан. Руководство очень хорошо смотрит, развивается. И Чечню я смотрю, Дагестан смотрю. Мне это, чем я занимаюсь, интересно. Я хочу к лучшему, чтобы не так, чтобы они деньги здесь потеряли. Родители отдали, лишь бы дети здесь были. Чтобы они учились английскому, арабскому. Будем на той стороне, еще есть двор готовый уже. И там будет пешеходный переход учить. Я сам думал, чем здесь заняться, чтобы было все, чтобы к лучшему что было. Мне как-то, не знаю, Аллах мне подсказал, чтобы я не помню, кто-то мне подсказал, чтобы я сделал это. Мне просто подсказал, почему ты это не строишь? Такой идея у меня. Может, Аллах, Всевышний Аллах дал мне это. Общее количество штатных единиц насчитывает более 20 человек. Среди них воспитательский состав, медицинский работник, психолог, социальный и музыкальный педагог и другие. Заведующая детского сада Малика Гайтаева отметила, что в стенах садика проводятся различные мероприятия. Это помогает воспитанникам легко развиваться в творческом направлении. После концертной программы первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов, заместитель главы администрации Тагир Гаджиев и имам местной мечети Михаил Ахмедов торжественно перерезали красную ленту. Затем для всех гостей была проведена экскурсия по детскому саду. Яркие стены, множество развивающих картин и игрушек, сказочные персонажи и другое наблюдали присутствующие. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».